Минус 51. Столько человек выбыло из предвыборной гонки в горсовет. Избирательная комиссия Улан-Удэ завершила регистрацию кандидатов в депутаты. В итоге конкурс за мандаты составит условно 4,5 человека на место. Среди оставшихся претендентов 14 самовыдвиженцев и представители 6 политических партий: «Единой России», «ЛДПР», «КПРФ», «Справедливая Россия», «КПСС» и один представитель «Яблоко». Выборы депутатов пройдут в единый день голосования 8 сентября. Тогда же горожане выберут и нового мэра. Еще недавно претендентов на его кресло было 11, но за бортом избирательной кампании остались самовыдвиженцы Николай Красиков, Евгений Меньшиков и Алексей Карнаухов. Также не смогла собрать нужное количество подписей журналист Евгения Балтатарова. Не прошел проверку документов и бывший зампред правительства Бурятии Мункажап Бадмаев. На пост мэра в итоге сегодня претендует 6 человек.